Так, ну вот я нашел этот сайт, то, что ты скинул по картинке. И смотри, я тебе сайт сейчас проштудирую. Это фальшивка, это просто фиктивный сайт, просто сайт. Видишь, вот нажимаем, да? Тут есть добавить вакансию, войти, найти работника, найти работу. Добавить резюме, и все. То есть он типа возьмет твои данные, но нигде нету, чтобы ты посмотрел, что это за компания. Лейборд. Понимаешь? Типа они... Работа в Польше, в Германии. Неужели они везде там, короче, шарят? В каждой стране, как делать документы. Вот нажимаем скачать приложение. Как они еще приложение сюда запихнули? Ну если приложение работает и это, то почему не запихнуть? Как они приложение впихнули сюда? Сейчас я зайду, посмотрю. Короче, фишка, как он сделал, интересно. Вот приложение он сделал, да, я его установил. Но это Виталий Беленец этот разработал приложение. Это буквально как социальная сеть, вот это приложение, типа ВКонтакте. Написал, сайт был разработан в целях упростить поиск работы за рубежом, дать возможность размещать вакансии и резюме для возможности контактировать соискателей и работодателей со всех стран мира. То есть вот этот сайт, просто он как бы сам владелец сайта, просто дает возможность контактировать соискателей. То есть вот эти все люди, он за них не отвечает. Это не компания, это отдельный сайт. Вот эти все люди, то есть это вымышленные люди. Видишь, номера телефонов и все, вот форум, да. Выбери вопросы. Где там твоя работа, вот у Allianz Group, Тролливали, да? И еще, короче, он дохера тут рекламы на этом сайте пихает. Ну, видишь. Екатерина, вот. И постоянно вот на сайте работы, на сайте меняются вакансии. 6 часов назад, вот видишь, Россия, показать телефон, да? Вон, Тролливали, дай свои данные, короче. Какая-то Екатерина Полонская, которой 15 лет, да? Опыт работы, официант. А, это она резюме за это. Типа, короче, он создал ей резюме. Вот, Саша Вольф, $200, Южная Корея, хостел. Саша Вольф, 21 минута назад. Он штампует и штампует эти, короче, эти объявления. Так, а где твое объявление? То, что ты там... Типа большущая компания, да? Это все вымышленно. Я попадал на такие сайты. Он попросит тебя переслать. Вот зарекся ты. И скажи, я хочу работать. Он попросит тебя переслать. Он тебя на PaySend, на вот эту программу тебя перекинет. Попросит тебя переслать ему 200-300 евро наперед. Понятно. Я попадался. Только это круче сайт. Вот этот... На самом деле, он эти все вымышленные штуки, и он же подписал, и это все официально, что этот сайт просто как социальная сеть объединяет тех, кто ищет, и тех, кто дает работу. А за них он не отвечает, кто дает работу. Вот Allianz Group, да? Нажимаешь на нее... Allianz Group агентство, да?
ты же видишь название дебильное «Альянс» и «Гроуп». Не может быть такого и вместе слова «Альянс». «Альянс» — это вот с «Альянс» — это вот... «Альянс» — это когда несколько кланов объединены, а «Гроуп» — это несколько групп объединены. Понимаешь? Ой, «Гроуп» — это... Одна группа или несколько. Groups — это несколько групп. И вот как переводится «Альянс» и групп, такого нету, ну, не может называться ничего. И вот «Назарий» какой-то. Украинский телефон, да, простой. Ни реквизитов компании нет. Это фикция. Вон, 300 вакансий. Мошенники, не верьте. И вон, пишут, короче, на сайте это. А что это мошенники? Да, Лёха, это нет, только в Европе только можешь это через есть компании в Украине, которые отправляют на Польшу водителями. Вот я точно знаю, это фикция. Все.